Блин, опять не успела поспать. Только хотела спать, ложиться. Я не поняла, ты все сделала? Почему на столе нету завтрака? Чем мы будем питаться с моей лапочкой? Папа уже на работе. Ну, я просто даже поспать не успела. Ты мне 10 заданий дала. Я только 3 выполнила. Ты что, в моем доме еще спать собралась, что ли? А ну быстро заказывай нам еду или иди готовь. Ой, ну хорошо, сейчас пойду. Ну все, пойду готовить. Так, тут же Милка спит. Нужно быть аккуратнее. Мне через 5 минут уже выходить. Давай быстрее поторапливайся. Ой, нужно все быстрее делать, а то меня накажут и поставят в угол на горох. Главное, чтобы она не проснулась. Она любит... Ой, кажется, проснулась. Эй, ты что там делаешь? Завтрак, что ли? Да, завтрак. Ну-ка, побыстрее, я кушать хочу. Пойду пока что поиграюсь. Сейчас она на меня накричит, потому что я разбудила ее дочь. Я приготовила. Нужно идти ее звать. Мам! Хорошо, я уже здесь. Давай посмотрим, что ты там приготовила. Ну, вот. Так. Ну что, сейчас я попробую, что есть такое. Любимая моя, иди сюда. Мимичка, пифе. Тимыха, Алёсень, давай ложечку кашки. Кашечку за Машу, кашечку за Пашу, за дедушку, бабушку, за Кисю. А ты что стоишь, иди быстро в школу. Что, я буду потом отчитываться, почему тебя нету? Мам. Что? Я тоже кушать хочу. Можно мне хлебушку? Еще хлеб на тебя переводить. Ладно, возьми хлеб, я его хотел выкинуть. Вон там лишь завернутый который. Хорошо. И шируй. Где спасибо? Спасибо огромное, мамочка. Эх, так. Хотя бы пойду. Пойду. Наконец-то она свалила. Фух, наконец-то я в школе. Хотя бы мама перекусила. Привет! Привет! Что ты опять ешь? Ну, мама мне хлеб дала. Но он же зеленый, его нельзя есть. Ты что? Ты же отравишься. Ну, что есть, то есть. Мне все равно ничего не дают. Бедная ты. Я тебе завтра принесу яблоко. Спасибо. Слушай, ты представляешь, у меня заболел мой любимый котеночек. Маленький такой. Он уже 3 дня ничего не ест. Блин, давай я тебя приглашу в гости. Хочешь ко мне завтра прийти? Конечно. Я тебя заодно обедом накормлю вкусным. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, побежали в школу? Побежали. Как раз уже звонок звенит. Побежали. Так, дети, заходим скорее на урок. Поторапливайтесь, присаживайтесь. Сколько вас ждать? Настенька, почему ты наполовину сонная? Расскажи скорее. Простите, я сегодня плохо спала. Ну, наконец-то закончились уроки. Что, щенок? Оф-оф, я не могу, мне очень плохо, помогите. Что? Как я понимаю твой язык? Помоги, девочка, я чувствую, ты можешь мне помочь. Ладно, давай я тебя поглажу хотя бы. И принесу к себе домой. Помоги. Пойдем ко мне домой. Так. Ой! Что это у тебя в руках? Щенок. Просто откуда у тебя щенок? Я увидела его по дороге. Он был очень жалобным и сказал, что у него болит нога. Что? Как это щенок мог тебе сказать? Ну, я его как-то поняла. У меня ведьма! Ведьма, ты ведьма! Но не ведьма я! Только не говори родителям, что я принесла щенка, пожалуйста. Я подумаю. Мама меня разрешит его оставить. Это точно, если я скажу, что хочу щенка. Стой, нет, мама! Нет, не говори, мама!
меня, родная моя. Мама, мама, у Наськи щенок. Какой щенок? Мама, мама, красивый, милый, пошли покажу. Ну, пошли уж. Пошли, мамочка. Где щенок? Мама, пошли, он у нее в комнате, стопудняк. Мама, смотри, ой, что-то я спать легла. Мама, смотри, какой классный щенок. Что? Но я ссору не разрешу его оставить дома. Мама, ну пожалуйста, ради меня. Я не могу. У него блохи. Прощайся с своим щенком. Так, чтобы твой щенок вместе с тобой сейчас быстро вышел из этого дома. Я не хочу вас видеть. Хорошо. Брысь отсюда. Девочка милая, не печалься, ты сделала все, что могла. Дай я тебя обниму на прощание. Что происходит? О, я вылечился! Что? Как это могло произойти? Я же только тебя обняла. Спасибо тебе большое. Теперь я здоровый, здоровый. И теперь я смогу сам найти себе дом. Ну, ладно, пока. Спасибо большое, ты лучшая. Ладно, что это сейчас было? Я лечу животных, это пипец, я его понимаю. Наська, ты выбросила этого противного пса? Выбросила. Из-за тебя, моя любимая доченька, пролила сегодня слезы. Из-за этого тебя ждет большое наказание. Вымой все окна, отодрай все полы, чтобы вся пыль была убрана в доме. И не забудь, если я услышу хоть шорох от тебя, ты вылетишь из этого дома и здесь больше не будешь жить. Все, я пошла. Я теперь понимаю, как тебе слезно. Она не захотела моего щеночка оставлять. Завтра мы с моей любимой доченькой уезжаем к бабушке. Ты остаешься одна. Прибраться пылесосить. Помыть полы одновременно. Потому что у меня очень мало времени. Доченька, смотри, уже стало совсем темно, моя любимая. Иди спать, мое солнышко, ненаглядное мое. Не хорошо, я сейчас пойду спать. Моя хорошая, пошли скорее, я тебя уложу, сказочку тебе почитаю. Скорее иди к мамочке. Я пошла спать. А ты убирайся, я убираюсь. Хоть бы шапку сняла. Так, тут нам не мешай. Мы идем спать с любимой дочерью. Иди все в комнату, чтобы тебя не слышно было и не видно. Когда мы заснем, выйдешь убираться. Хорошо. Что, уроки? Пока мама спит, я должна убраться наверху. Так, нужно по-быстрому взять книгу. Ай! Ау, что это? Что? Что? Что это за документы? Настя? Что это за документы? Неужели здесь написано, что я приемная? Что? Мои родители были волшебниками? О, не может этого быть! Вот почему она меня все это время не любила. А также тут написано, что она ведьма. Она меня похитила. Где же мои родители настоящие? Надо положить документы на место, а то мама заметит, и она меня будет ругать. Боже мой, что ж мне теперь делать после этой правды? Хорошо, что завтра никого не будет дома, и я смогу подумать обо всем. Так, нужно срочно пойти. Блин, уже утро, я даже поспать не успела. Ах, ладно, нужно собираться к подруге, ведь я хотела к ней пойти. Даже убрать дома. Ладно, по-быстрому уберусь так, и пойду домой. Быстренько. И пойду к своей подруге в дом. Ну, и где тут котенок? Вот. Смотри, он уже несколько дней не ест и не пьет. Я не знаю, почему с метелкой нахожусь.
Я не знаю, что мне с ним делать. Да уж. Ну ладно, бедненький котеночек. Ой, девочка, какая ты милая. Ты сможешь меня вылечить? Я не знаю, но я тебя обниму. С кем ты разговариваешь? С котенком. Ты что, Саша, сама? Он же мне только что сказал. Ну ладно, бывает. Ой, спасибо, девочка, я теперь снова могу прыгать. Что происходит? Что случилось? Я его просто обняла. Почему? Почему мой котенок выздоровел? Я не знаю, но я всего лишь его обняла. Расскажи мне свой секрет. Я ничего не знаю, но так же было с моим псом, который я увидела на дороге, обняла его, и он выздоровел. Но это же не может быть. Мяу, мяу. Я не слышу, чтобы он разговаривает. Для меня он лишь мяукает. Стоп, что ты сказал? Повтори-ка. Я говорю большое спасибо, что ты меня вылечила. Я думала, что я уже не смогу больше прыгать и скакать. Он говорит, что я его вылечила. А хочешь узнать продолжение этой истории? Подписывайся на канал и ставь лайк. Пока-пока.